Друзья, рад приветствовать вас на своем YouTube-канале Love Parfum. С вами Алексей, вы смотрите парфюмерный блог. И сегодня у нас на обзоре новый мужской аромат 2023 года Рожадав Elysium концентрация парфюмерная вода Intense. Спонсором показа, как всегда, друзья, является наш с вами любимый сайт парфюмерии и косметики rendezvous.ru. Именно там вы сможете заказать этот аромат и многие другие с дополнительной скидкой в 10% по моему промокоду 10LOVE. Ссылочку на сайт, ссылочку на аромат и, конечно же, промокод 10LOVE я оставлю внизу под видео в инфобоксе. Проваливайтесь и заказывайте свои любимые ароматы. Для тех, кто по каким-то причинам не знает, как это сделать, то досмотрите это видео до конца, я покажу вам краткую видеоинструкцию. Ну а перед началом видео не забудьте подписаться на мой YouTube-канал. Если по каким-то причинам на него не подписаны, бейте в колокол, чтобы не пропускать новые видео. У нас практически 50 тысяч подписчиков. Большое вам за это спасибо. Друзья, ну, походил с товарищем недели две. Что могу сказать? Ну, давайте, во-первых, вспомним 2017 год. Впервые появился вообще Рожадав Elysium. И он у меня был, и есть обзор на него. Посмотрите. Если сравнивать с этим, то, на мой взгляд, все-таки лучше взять в туалетной воде все-таки первую версию, чем эту. Потому что спустя 5 лет выпускают интенсивную версию, и, казалось бы, она должна, ну, пахнуть и держаться, ну, я не знаю, там, ну, интенс, да, парфюмерная вода, 5-6 часов, а то и более. Но по факту мы получаем 2-3 часа, и аромата как будто бы не было. Да, Elysium обычный тоже не стойкий, друзья, да, там тоже 3 часа стойкости, 2. Ну, он хотя бы как-то, я не знаю, поинтереснее звучит, он как-то немножко в сторону Крида звучит. Этот же, друзья, звучит аромат в сторону Dolce & Gabbana Light Blue, и причем женской версии Light Blue, ну, это на мой нос, Forever. Потому что здесь вот этот вот очень просто наигорчайший грейпфрут, ревень, перец, ну, какие-то такие, в общем, ноты. Меня еще что удивляет в этом аромате, что если вы зайдете на фрагрантику там, либо на какой-нибудь другой сайт, посмотрите, какие здесь ноты, тут просто чего только нет. Тут просто все, по-моему, вообще. Любую ноту, которая вам сейчас только в голову пришла, она-то не там есть. Будь то это грейпфрут, мандарин, лимон какой-нибудь, там, не знаю, кедр. Амбра, там, фиалка, я не знаю, все, что вообще вы только что придумаете, мускус, да, тут все в этом аромате есть. Ну, не может такого быть, конечно же, потому что, ну, аромат пустоватый, ощущение, что здесь всего каких-то 3 ноты, то есть, ну, там, не знаю, грейпфрут, ревень, может быть, мускус, и все, и больше ничего здесь такого нету, потому что аромат звучит очень просто и очень банально. Но вот, допустим, если взять флакон, то цветопередача, конечно, просто наишикарнейшая. Вот это вот цвет прям, ну, он очень дорого, богато смотрится. Здесь к дизайну не придраться, и рука прямо тянется так посмотреть, что же это за новинка. Плюс еще вот такая вот серая, пепельная, какая-то такая бронзовая. Серебристая крышка, она прям манит, она словно прям вот, ну, я не знаю, на морозе замерзла. И сам аромат тоже у него, ну, флакон точнее, он такой замороженный, да, он у нас матовый, словно тут какая-то такая леденящая прохладная вода. Но по факту ты слышишь здесь этот горький грейпфрут, а потом на коже этот аромат превращается, знаете, в такое мыльное звучание, как будто бы ты только вышел из душа, помылся, иногда пахнет прям таким очень горьким хозяйственным мылом. Что, ну, мне как-то от этого аромата немножко отталкивает. Короче, этот аромат, если брать, вот так вот его охарактеризовывать, он очень свежий, он очень нежный, он очень тонкий, он в меру цитрусовый, в меру нежный. Скорее всего, тоже опять-таки фиалки, ирисы там тоже есть, потому что ему дают что-то такую нежность. То есть для любителей бренда Рожадав, для ценителей этого бренда, вам, конечно же, друзья, я думаю, зайдет. Либо если вы парень и ищете такой аромат, что это больше мужской аромат, ищи такой аромат очень тонкий, еле уловимый, который бы вообще никто никогда нигде не слышал. Как аромат, как вторая кожа. Либо для какой-то такой интимной близости, да, вот нанесли замочку уха, походили там где-то, не знаю, пришли на свидание там с девушкой. Вот для этого. Ну, никак не вот просто, чтобы им облиться, да, идти, и чтобы прям от вас был шлейф и стойкость. Это не про это, друзья. Здесь такого вы
не встретите и не увидите. По большей части, на мой взгляд, этот аромат отлично зайдет на жару, на прям вот прям в солнышко, в пекло, как и, в принципе, обычный рожа элизиум. Рожа элизиум, он мне напоминает ароматы 2000-х, красивый люкс, да, вот красивые такие вот люксовые ароматы, как вот взять тоже тот же Armani Acqua di Gio, красивый люксовый аромат, там тоже миллион нот. Здесь тоже миллион нот, но они как-то вот вообще не бьются с этим ароматом. Еще такая ассоциация немножко вот морозности в нем какой-то, да, действительно есть прохлады, морозности, какой-то талой воды. Что-то такое здесь присутствует. Вот, допустим, в белье, может быть, кто-нибудь когда-нибудь вытаскивал на мороз, да, постирали мокрое, на мороз его вытащили, оно такое колом встало, вы его белье назад домой там затаскиваете, ну, либо через какое-то время, да, там оно колом встало, и чувствуете, а там вроде бы еще какие-то вот эти вот от порошка какие-то там, не знаю, от кондиционера какие-то нотки присутствуют, и плюс еще вот эта морозная свежесть, вы затаскиваете, все это там, не знаю, начинает таять, дымиться, вот примерно так пахнет, друзья, этот аромат. Вот цена, ну, неоправданно дорого, то есть я ему даю вот оценку где-то 3-4, за дизайн флакона 10, за аромат 3-4. Цена, конечно же, большой минус, тут вообще один просто за цену. То есть этот аромат, на мой взгляд, должен стоить, ну, 5-6 тысяч, вот как обычный, просто люксовый. Но здесь вы платите просто за бренд Raja Dove, а не за содержимое. Raja, ну, сделай что-нибудь нормальное, ну, сделай этот элизиум, ну, чтобы он стойкий был, чтобы он хотя бы 5 часов держался. Ну, на самом-то деле, ну зачем писать intense, когда аромата вообще не держит? Поэтому, ребят, это как бы мне не хотелось, но это не лучший аромат года. Я бы хотел, чтобы он был лучшим ароматом года, закончить этот год 23-й с этим ароматом. Ну нет, он, ну да, он немножко такой, может быть, новым годом пахнет, чуть-чуть там вот эти грейпфруты, очень сильно перцы бьют в нос. Обычный, короче, свежак, такой, знаете, люксовый. Вот если бы мне просто дали его послушать, ну, не, ну сказали бы, что там ниша, люкс, я бы сказал, что это люкс. Ну, потому что никакой здесь нишевостью вообще и не пахнет. Стойкость, я вам сказал, 3-2 часа, парфюмерная вода, значит, концентрация. И объемы 100 мл, большой объем. Пока что один на рынке парфюмерии. В общем, если брать, то брать обычный классический, но не интенсивную версию. Вы уж сами смотрите. Если вы хотите такой тонкий нежный аромат, берите его. Если хотите что-то новое из Raja Dove, возьмите тоже, попробуйте. Друзья, на этом у меня все. Посмотрите мнение девчонок и пойдемте посмотрим, как можно заказать этот аромат. Аромат, про который только что мы говорили с вами в обзоре, вы всегда можете заказать на нашем самом любимом сайте парфюмерии и косметики rendezvous.com. Конечно же, не обязательно заказать именно этот аромат. Вы можете заказать абсолютно любой, но мы поговорим именно про него. И покажу, как можно воспользоваться дополнительной скидкой в 10%. Добавляем аромат в корзину. Жмем оформить заказ. Внизу справа ищем использовать промокод. Большими латинскими прописываем 10 лав, применяем промокод и получаем, друзья, дополнительную скидку в 10%. Напомню, что сумма заказа должна быть свыше 2500 рублей, иначе промокод не сработает. Ссылочку на сайт, ссылочку, конечно же, на сам аромат и промокод я оставлю внизу под видео. Заказывайте свои любимые ароматы по доступным ценам. Такой взрывной, рисковатый запах. Ну давай оценочку дадим ему и пойдем ко второму аромату. У него нет приторности, но просто он очень такой интенсивный, очень яркий. Я думаю, что вот эта яркость, она летом будет тяжеловато. Ну, классный аромат, конечно, такой прям даже праздничный, я бы сказала сразу. Ты, я ему вообще ему 11 даже? Ставит. Да, я его даже поцеловала. 11. Ну, думаю, это люкс. Окей. Интуишн. Красивый флакончик. Да. Такой прям новогодний, заснеженный, да? Да, а это все-таки что, это люкс или ниша? Ниша. Да? Блин, ну классно, но он, это я хочу такое что делать. Мы ему дадим оценку с тобой от 1 до 10 и попробуем угадать, люкс это или ниша. Так, если отталкиваться от мужских ароматов, ну да, ну это мужской, по моему, да, мнению, это аромат, ну, на шестерку. На шестерку. Ну а что, люкс, ниша? Люкс. И цена какая? Ну, цена 1000, 6-7. Ну, друзья, я того же мнения, если честно. Но тебя сейчас удивит этот аромат. Это Elysium. Это новый. Интенсивная версия. А как это? Почему? Ого. Нифига. Это аромат 23-го года, прям новинка. Что-то он вообще простой. Просто Raja, у них хорошие ароматы. Я про то и говорю, что... Ну, очень, согласись, просто. Очень. Как думаешь, ну, ниша, соответственно, да? Да, конечно. Цена какая? 30. Да? На 30 тысяч стоит, да? Да. Ну что, не правда? Ну, расскажи что-нибудь еще, вот, кому ты видишь в этом аромате и что ты в нем еще слышишь? Вообще Новый год. Мне кажется, он именно так должен пахнуть. Чем-то лимонным, мандариновым, с розмарином. Вот какая-то в нем такая вот история приятная. Тебе нравится? Да.
То есть ты бы хотела, чтобы мужчины так пахли? Угу. Ну, вот этот новый, рожа, да? Ну, это мужской. Мужской? Да. Флаконы красивые, приятно. Вот крышка такая. Короче, одобряешь, рекомендуешь. Как будто бы из камня, да. В общем, друзья, огромное спасибо, что вы смотрели это видео от начала и до конца. Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, если по каким-то причинам еще на него не подписаны. Бейте, конечно же, в колокол, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь на все остальные соцсети, Яндекс.Дзен, Телеграм, кто он там, Инстаграм. Все ссылочки также найдете внизу в инфобоксе. Ну и, собственно, строчите, как вам новый аромат. Понравился, не понравился, на что похож. Ну, у меня почему-то вот какая-то ассоциация с Dolce & Gabbana все-таки прям вот не отпускает. Мне очень важно тоже ваше мнение. Что думаете, стоит своих денег, не стоит? Может быть, я не прав в чем-то, может быть, я ошибаюсь, может быть, это лучший аромат 23-го года, а я тут, значит, сижу, нос верчу, недовольный рожой Давом, Элизиумом новым, интенсивным. Напишите в комментариях, мне будет интересно. Все, всех обнял, пока-пока.